Череповцы взрывотехники ОМОНа, «Титан», «Росгвардии» обследовали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Ведомство поступило сообщение, что при разборе металла на одном из предприятий города обнаружен предмет, похожий на боеприпас. Специалисты обследовали находку, ей оказался 105-миллиметровый ржавый артиллерийский немаркированный снаряд времен Великой Отечественной войны, прошедший канал ствола. Обнаруженный боеприпас в дальнейшем будет уничтожен. Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо отойти на безопасное расстояние, не приближаться и не подпускать никого к находке, а также в кратчайшие сроки сообщить об обнаружении предмета в правоохранительные органы. Квартира горела на улице Ветеранов в Череповце. Пожар произошел накануне в 11 часов 6 минут на улице Ветеранов в доме номер 18. Как сообщают в МЧС, пожар в четырехкомнатной квартире на втором этаже, панельном многоквартирном жилом доме. Сгорел диван, спасен собственник квартиры. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Еще один пожар в Череповце произошел на улице Тимохина, 18/32. Загорелась двухкомнатная квартира на 7-м этаже. Общая площадь пожара 2 квадратных метра. Сгорело кресло. Повреждены диван, частичная отделка комнаты. Квартира закопчена по всей площади. Пострадал 50-летний мужчина с ожогами нижних конечностей и живота. Его доставили в больницу. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.